21 ноября 2022 года в Казанском федеральном университете стартовал Международный молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Основной целью съезда является создание международной диалоговой площадки в Республике Татарстан для формирования предпосылок устойчивого развития международного сотрудничества в научной сфере с регионом Организации исламского сотрудничества. Казанский федеральный университет посетила одна из первых женщин-членов Консультативного совета Королевства Саудовской Аравии. Большое спасибо за то, что пригласили меня участвовать в этом научном молодежном конгрессе. Я принимаю участие в панельной дискуссии по биомедицине и биотехнологиям, где я буду говорить о том, во-первых, мы еще будем отбирать участников, которые получат приз, и, возможно, там будут некоторые идеи, предпринимательские идеи, которые в итоге будут финансироваться. Хаят Синди была включена журналом «Arabian Business» в список самых влиятельных арабов в мире, где заняла 19-е место в общем списке и 9-е в женском. С 5 лет женщина начала увлекаться наукой. Ее самой главной мотивацией была мечта делать что-то значимое для человечества. Мой папа покупал мне книжки, в которых рассказывалось про деятельность ученых. Я была, конечно, впечатлена жизнью Эйнштейна, Мари Кюри, Ибн Сина, и все время пыталась представить себя человеком, который таким же образом что-то делает важное, значимое для человечества. И, наверное, это тот момент, когда я поняла, что наука – это то, чем я хочу заниматься. Методов диагностики и медицинского обследования по месту оказания медицинской помощи. Хаят Синди поддерживает различные волонтерские программы для бедных стран, которые лишены возможности получения ресурсов. Медик также подчеркнула и значимость Казани и Казанского университета в научной деятельности. Очень приятно находиться здесь, в Казани, поскольку Казань была выбрана столицей Международного молодежного исламского конгресса. И, конечно же, университеты, и особенно Казанский университет, имеют большое значение в продвижении идей науки среди молодежи. На Международном молодежном научном конгрессе стран Организации исламского сотрудничества Хаят Синди выступила с речью, направленной на важность поддержки молодого поколения. Ведь появление и сохранение интереса к науке является одной из главных целей научного сообщества. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.